79 люберецких призывников отправились служить в ряды российской армии. По доброй традиции от военкомата их провожали родители, друзья и руководство округа. Подробнее смотрите в сюжете. Слушайте старших товарищей, подготавливайтесь, проходите все те наставления, которые будут вам давать командиры, все службы проходить вы будете на территории Московской области. Мы вам желаем только здоровья, крепости духа и чтобы год прошел для каждого из вас максимально полезно. Мы впервые в этом году сформировали большое количество ребят, которые пойдут по военно-учетным специальностям, это водители подготовлены. Главное, 11 человек у нас, это лучший результат получается во всей Московской области, идут в президентский полк, это почетно, это гордость для города, в целом для родителей, для нас всех. Многие из этих ребят уже получили образование в техникумах и вузах. Гражданская специальность и навыки призывников будут учтены при распределении по войскам. Хотелось бы служить в ВДВ. Если повезет, туда определят. Там у меня, кстати, там брат старший служил. Буду надеяться, что год незамен прилетит, потому что буду очень скучать по дому. Надеюсь, на друзей найду новых. Наступает самый волнительный момент – прощание с родственниками. Уже через 10 минут новобранцы зайдут в автобусы и поедут в областной сборный пункт. Там они и узнают, где и в каких войсках будут служить все 12 месяцев. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.